Ну, всем привет! Всем привет на канале записки начинающего охотника. И мы продолжаем нашу серию отстрелов сужения на резкость. В прошлый раз, как вы помните, у нас были проблемы с материалом. В этот раз я не стал ни на кого опираться, ни от кого ничего ожидать, и подготовил материал самостоятельно. Итак, у моих ног целая коробка бумаги. Значит, я закупил просто две такие коробки и сделал следующее. Сделал такие блоки по 100 листов, чтобы каждый блок стрелять по одному разу, как вы понимаете. Все блоки, все страницы блоки пронумерованы, и по краям, как вы видите, они перетянуты скотчем для того, чтобы повысить их плотность, и они не рыхлились. Значит, в каждый блок мы будем стрелять не более одного раза, соответственно, что не нарушит его структуру. По кругу бумага одинаковая из одной коробки. Поскольку скотч одинаковый и все остальное, значит, вот эти мишени, они одинаковые. Соответственно, по ним будет объективно видно сравнительный анализ между дульными строями. Ну что ж, начнем нашу зарубу, сравним между собой устройство. Я надеюсь, что этот результат будет бесповоротным и окончательным и снимет все вопросы. Более того, у нас будут еще и непортированные устройства сегодня, потому что есть товарищи, которые утверждают, что вот непортированные устройства, они выше по резкости. Ребята, давайте все проверим. Вы говорите, что вот у вас ваше ружье, ваши патроны. Не надо возводить то, что происходит у вас, в, скажем так, истину последней станции. У одного человека все хорошо, у другого человека будет все плохо с этими устройствами. Потому что ружья будут разные, патроны будут разные, навески будут разные. Для того, чтобы сделать какой-то вывод, что какое-то устройство лучше, чем другое, необходимо сделать серию отстрелов разными ружьями. Как минимум, принципиально разными. Ну, традиционно мы проверяем дистанцию, на которой, значит, мы будем стрелять. Наша дистанция. Сейчас я в камеру покажу. Наша дистанция 15 метров, ну чуть больше. Соответственно, вот она мишень. Крестик отлично видно. Все отлично видно. Соответственно, будем сейчас по ней стрелять. Традиционное первое сужение, которое мы будем использовать, это mid-range. Ужик. Потому что всех больше всего интересует именно, во-первых, действительно оно проигрывает или не проигрывает прогрессу. Есть люди, которые после прошлого отстрела в этом по-прежнему сомневаются. Но, в общем, для них мне не жалко парочки патронов, парочки мишеней, для того, чтобы все-таки в их сознании был четкий ответ на поставленный вопрос. Значит, ружье у нас МР-18. С ним вы уже знакомы с прошлого отстрела. И заряжаем его пятеркой 32 грамма. Все. Ну все, мы можем стрелять. А, сужение не показал. Да, сужение, вот оно. Ужик. Анаконда. Скручены. Пойдемте смотреть.
Я поставил сразу три блока. Но вот в третьем ничего нет. Во второй пришло немножко. Первый пробит. Давайте посмотрим, до какой страницы второго блока все дошло. Скотч очень сильно усложняет жизнь, конечно. Ну, хотя нет. Давайте посмотрим. 31-е чистое. Кровь, не пугайтесь, это у меня комары просто нещадно жрут. 10-е. Седьмая. Третья. Ну вот там внизу. Сейчас сфокусируем. Последняя вон дробинка. Все. Это седьмая страница, второй блок. Значит, чтобы не было разговоров. Вот, видите, пришло дроби много, кучно, четко, но чуть больше. Вот 107 страниц вот таких вот блоков. Это предел и максимум для данного устройства. Так, я снова поставил блоки. Вот наше ружье. Заряжаем тем же абсолютно патроном. Пятерка 32 грамма, да? Маглав патрон контейнер. Заряжено устройство прогресс. Блед. Все оговорено. Дистанция та же. Блоки такие же, но новые. Чистые, без попаданий. Звук мне показался порезче был. Но может я и ошибаюсь. Пойдемте посмотрим. Вот оно попадание. Первый блок на вылет весь. Причем его так очень сильно пробило. Второй блок смотрим, идет. Второй у нас блок. 22-я. 49-я. Насквозь ничего не вышло? Нет, насквозь нету сквозных. Ну вот. 32-я уже есть. На 43-й еще есть. Ну, в общем, пятерка 32 грамм. Ну, вот, допустим, 49, да? Тоже вот они, ямки еще остались. Сейчас я наведусь. Ну, вот видно, и там внизу видно, и здесь видно. Да и на 53-й вон еще есть. Вон еще прорывы. Наверху не считается, она вскользь пошла, ей было проще дробине. Сейчас я этот блок разгребаю. Ну вот, видите, 55-й еще есть пробитие. 57-я еще есть. Вот я отправил вот это пробитие, говорит. Вот про это место.
Ну, не знаю, каждый в данном случае посчитает сам. Ну, для меня 150 вообще не вопрос. В данном случае. Ну, в третьем, соответственно, он только наверху там. Какая-то дробиночка. Третий я так, на всякий случай, поставлю, что мало ли, какое-то устройство сподобится пробить больше 200 страниц плотности 80 А4. Ну, видимо, все-таки очень хорошая останавливающая способность. Ну что, ставим следующие два блока. Значит, я никого не обманываю. Вот их у меня гора чистых и новых. И вот все отстрелянные лежат. То есть мы никого не надуваем. Вот раз, два и три. Значит, третий, который был слегка покоцан, вот он. Он просто стоит обратной стороной. На всякий случай. Ну, два устройства еще никто не прошел. Поэтому вот они. Раз, два, три, четыре блока отстрелянных. И вот пошли новые, нулевые опять блоки. Значит, ставлю их плотно друг к дружке. Ну, как журнальчики ставил, Александр. Вот точно так же ставлю. Значит, тоже ружье. Продолжим отстрел. Я не просто так сказал про ружье, потому что ружье и патрон на многое влияют. Пятерка 32 грамма. Прогресс эмочка. Дистанция та же, блоки новые, понеслась. А то почти забыли. Ну, пойдем. Так, ну это у нас по-прежнему чистый. Это с краю не считается, это мимо, значит, один сдвинулся блок от другого. Первый блок в решето. Вот он. Сразу его сюда кладем. Вот второй блок. Сейчас его сразу перебаним. Ну, давайте. 36. Ну, 50 стабильно. Что у одного прогресса, что вот она, дробина. Потому что вот он. Это, чтобы диванники не говорили, вот она, дробина. Она застряла в 49-м, а это 50-й. То есть у анаконды, в принципе, нет шанса сравниться по резкости. Просто даже не рядом. То есть там такого не было. Там не было дробины, грубо говоря. На 50 или 49. Ну, каждый сам себе отмечает, на какой странице он считает, что там до вмятинок или там до прорывов. Ну, я вот в своей классификации воспринимаю, что вот данная 59, вот тут у меня сейчас дробь выпала, это результат... Значит, вот этого выстрела. Чуть-чуть резче, чем имлет прогресс. Но в любом случае резче, чем анаконда. В общем, вот и все. Я думаю, что про прогресс и анаконду на этом тему по резкости и кучности
еще можем по кучности будет отстрелять на других патронах. По резкости вопрос закрыт полностью. Все, я больше к этому вопросу возвращаться не собираюсь. Я думаю, что теперь все абсолютно однозначно. Отстреляли на двух разных ружьях. Я специально сегодня взял 18-ю МР-ку, которая отличается по конструкции своей от того ружья МР-155-го, который схожий с МР моей 156-й, из которого отстреливался Александр. Вот вам два разных ружья. Почему я говорю про ружье? Два разных ружья, одно и то же, два разных одного производителя устройства. Да, то есть я стрелял-то с Анаконды не той же, что и Александр. Но и результаты у нас подтвердились. Вопрос закрыт. Все, тут можно больше ничего не говорить. Если этого окажется кому-то недостаточно, ну, ребята, тогда я вам рекомендую взять ружье, пойти в лес, купить себе прогресс, купить себе анаконду и сравнивать самостоятельно на каком-нибудь супер баллистическом геле специально для отстрелов. Вот. Итак, ставлю два свежих блока. Вот этот у нас по-прежнему третьим стоит, на всякий случай, ну вдруг. Сейчас подстреляем дудки. Мне один товарищ писал, что дудки рулят, особенно не портированные. Сейчас будет в кадре не портированная дудка. Так, продолжаем наши тесты. И опять у нас МР-18. Главпатрон, пятерка. Пятерка 32 грамма. Вкручена у нас дудка. Чок. Не портированный. 150 миллиметров. Типа самая лучшая дудка по версии некоторых людей. Есть еще 300-миллиметровая, мы с ней в прошлый раз стреляли. Но вот сейчас мы выстрелим сейчас со 150-миллиметровой. Вот она сравнивалась. Почему я ее приобрел? Ее сравнивал Стас на своем канале с Anaconda Long. И она проиграла по резкости на 13 страничек, по-моему. Там, если я... Меня поправьте в комментариях, если я насколько-то ошибся. Но, по-моему, на 13 страничек она там. Сколько-то так. Не сильно она проиграла лонгу. Поэтому сейчас вот посмотрим, что будет на моем патроне с моего ружья. Ароматерапия. Пошли смотреть. Кстати, тут правильно заметить, что именно это сужение я и разыгрывал. К сожалению, товарищ, который его выиграл, я ему написал комментарий, прошла уже неделя, объявил видео. Поскольку разыгрыш был не для своих, он не вышел на связь. Так что среди этой недели я разыграю его повторно. Воспользуюсь методом, который использует Александр. Наверное, скопирую у него. Потому что мне хочется все-таки, ну, чтобы потом не говорили, что вот зажал, не подарил, обманул. В общем, сделаю все прозрачно, честно. Еще один розыгрыш. И я надеюсь, что все-таки я выполню свое обещание и вручу, значит, данное сужение его новому обладателю. Как видите, вот он, первый блок в решето. Смотрим второй блок. Напоминаю, это у нас сужение, которое чок без портов. Ну, оно лучше, кстати, анаконды. Вот смотрите, 13 страница в решето. Ну, вот на 30-й там только вмятинки уже, да. 31-й вмятинки. 30-й вмятинки.
26, 29. Ну, можно засчитать страниц до 30. В принципе, вот она. Дробинки я не понял, на каких остановились сами. В значениях. Где дробь? Ну вот, дробь вот она, в 6. Ну, то есть, даже это устройство, в моем случае, с моим ружьем и моим патроном, ничуть не уступает. Оно хуже прогресса классического, который 80-миллиметровый, который Александр, который Александр приобрел. Но оно ничуть не хуже лонга. Ой, анаконды мидрейндж. Интереснее, интереснее, чудесатей, чудесатей, да? То есть получилось, что 150-миллиметровая трубка, сейчас не портированная, сделала анаконду. Ну что ж, ребята, я понимаю, сейчас у кого-то подгорит, скажет, что не тот патрон, не та навеска, что-нибудь еще не то, ветер дул не в ту сторону, но по ходу дела анаконда-то совсем грустная. Берем еще два свежих блока. Видите, сколько пришлось перевести бумаги. Мне вот, честно говоря, даже не денег жалко. Мне вот просто вот эту бумагу жалко. Вот видите, сколько пришлось перевести в бумаги, чтобы доказать вещи, скажем так, вполне очевидные еще по прошлому разу. Ну, продолжаем наши отстрелы. Итак, два свежих блока. И сейчас будем пробовать портированную трубку. Посмотрим, что она нам даст. Так, продолжаем наши отстрелы. Ружье мы так и не поменяли. Используем все то же ружье. И как ни странно, все тот же патрон. Где он там? Пятерка 32 грамма. Сужение у нас скручено. Портированная дудка. Сейчас. Три риски, вот видно, три риски. Есть ли смысл в дудке? Есть ли выше резкость от нее? От портированной. Ладно, не портированной нету дудки смысла. Если у вас есть уже прогресс. А есть ли смысл в портированной длинной дудке? Вдруг она там какая-нибудь суперская, куперская. И стреляет резче и кучнее. Ну что, идем смотреть. А вдруг не только у Стаса, но и у Александра сравнения не все совпадут. Хотя я Александру доверяю, думаю, что там ожидаемый результат. Так, ну это у нас задняя. Чудесный байк, кстати, треть-то не пробита. Вот видите. Первое попал в решето. Тут все четенько и стабильненько. Смотрим вторую. Сейчас я ее раздербаню. Так вот, жестоко. Ну, как вы видите, вот она, 16-я страница, вот она, дробинка. Вот видите, 16-я дробиночка. И дальше все в дырочку. Где у нас дырочки? Ну, вот на 31-й тут уже невнятное что-то. Ну, до 30-й.
принципе, до 30 можно зачесть, что в 16 вообще дробина. Итак, это устройство тоже лучше анаконды. По резкости. Да, сегодня не день американцев. Сегодня американцы проиграли. С треском, я бы сказал, проиграли. Я сейчас еще, наверное, родное сужение отстреляю. Вот будет забавно, если еще и родное сейчас по резкости его уделают. Это будет просто апогей тогда сегодняшнего дня. Итак, новых два поставили блока. Вот они старые. Кто хочет, пересчитывайте. По видео тут все честно. Так, вот два новых блока нулевых. Они, кстати, еще не просто проклеены для того, чтобы плотность. А еще для того, чтобы мне не говорили, что я один и тот же блок поставил дважды. Как вы видите, тут очень заметно, когда ты его раздербанил, ты его уже потом не поставишь. Ружье тоже МР-18. Пятерка 32 грамма. Сужение вкручено. Сейчас покажу, какое у нас сужение вкручено. Не хочется заряженное ружье в себя направлять. Так. Видно, не видно риски. Вот они, две штучки. Две риски. Трубка портированная. Две риски. Та же дистанция. Тот же патрон, такие же новые блоки. Пошли смотреть. Я специально не вырезаю, не ускоряю свой проход с того момента, как я выстрелил и так далее, чтобы потом не было разговора, что «А, вот ты выстрелил, потом подменил». Ребята, вот все идет одним блоком. Я даже... Вот, чтобы потом не тратить опять бумагу, не доказывать кому-то там. Ну, здесь все красиво и насквозь. Вот наш блок. А, кстати, вот это сужение себя похуже показало. Вот картина как там на 30, здесь, наверное, на 22. Интересно, сюда вообще дробь зашла хоть сколько-то? Ага, вон падает, 17. Слушайте, ну вообще интересно. Вот сейчас отстрел получился такой совсем-совсем четкий, потому что приблизительно одинаковые результаты заметили у одних и тех же устройств. Что у прогрессов между собой результаты плюс-минус коррелируются, что у, значит, у дудок. В принципе, стабильно приблизительно в одном и том же месте последняя дробина и приблизительно в одном и том же месте заканчиваются прорывы бумаги. Это наводит на размышление, что повторяемость результата – это правильность эксперимента. Я к этому. Да, очень важно в экспериментах повторяемость. Так, у нас два справочника свежих поставили. Гора от испорченной бумаги растет вместе с моим каким-то негодованием в отношении тех, кто рекламирует иностранцев на нашем рынке. Что-то как-то совсем все грустно. То есть, смотрите, анаконда проиграла на данный момент трем дудкам и двум прогрессам. Ладно, идем дальше. Сейчас попробуем длинную дудку 300 мм, не портированную.
как я обещал, только давайте я сначала вам в этот раз дудку покажу, а потом уже патрон в патроне. Вот это нереально длинное чудовище, да? Очень длинная штука. Сейчас буду стрелять опять из метрового, блин, ружья. Так, патрон. Пятерка. Я когда из этой длинной сборки стреляю, у меня фантастические ощущения, конечно. Очень тяжело, кстати, попадать. Так, да, вскидку. Я, наверное, если стрелять вверх, то без разницы. А учитывая, что мушка близко, получается, смещена относительно края ствола, погрешности там тяжеловато. В общем, я с ней уже пробовал охотиться. Очень тяжело. Но для теста это не суть важно. И баланс, конечно, она нарушает у ружья катастрофически. Идем смотреть. Ну что, готовьтесь, кто топил за длинные стволы. Это ваш выход. А, нет, это мусор. Я уж удивился, думал, пробило насквозь. Обратите внимание, сливил, ой, точнее, справил очень сильно. Тяжело с ней. Но здесь все равно все вот видно в мясо. Ну, смотрим следующий блок. Также. Ну, в общем, момент истины. Если вы стреляете обычной навеской, есть ли смысл брать длинную дудку? Произведет ли она фурор за счет своей длины? Ну, 33 страница. Вот она, одинокая вмятинка. Давайте посмотрим, где дробь. Заметьте, мало дробит, да? Дошло, дроби точнее, дошло до. Хотя ее прилетело изначально достаточно прилично. Ну, дробинка, вот она. В районе 7. Да. Ну, что я могу сказать? Вот это устройство, наверное, за сегодня единственное, которое сравнилось именно с Anaconda Midrange. Мы ее сейчас, конечно, перестреляем на какой-нибудь Magnum и посмотрим, может быть, на Magnum она покажет какой-нибудь фантастический результат. Но пока что... А посмотрим, сколько у нас еще справочников осталось. Да, нам хватит. Давайте выстрелим из нее же Magnum и посмотрим. Ну, для Magnum это идеальный вариант, самый длинный вариант ствола. Вот сейчас из этой же дудки выстрелим пятерку Magnum и посмотрим, может... С Magnum у него какая-нибудь суперская резкость будет. Может, зря на это устройство гоню. Да? Сейчас проверим. Значит, все та же дудка длинная. Все то же ружье. Но только патрон. Я вам сейчас покажу. Пятерка, 48 грамм. Блин, сейчас плечо, конечно, саданет. Но что ради вас, товарищи, не поделаешь. Сейчас чуть-чуть левее возьму, потому что тяжеловато с этой штукой целиться. Вау. Садануло так садануло. Ружье легкое, отдача жесть. Ну, пойдемте смотреть. Аж в ушах звенит. Magnum, конечно, вещь злая. Ради нее 156-ю брал. Потому что 156-я, конечно, мне так в плечо не саднит после каждого выстрела. Так, если много стрелять, плечо или нахрен отвалится. Так, ну вот оно насквозь. Дроби, кстати, смотрите, прилетело до хрена. Но добавило ли это резкости?
17. Кстати, дробь не выпадает. 28. Ну вот, одинокая. Знаете, ребята, нет чудес. Но тут одна единственная дробинка смогла. Паровозик, который смог. Ну вот она одна. 41. 47. Слушайте, одна. И заметьте, это с результатом прогресса. Проще взять прогресс 80 миллиметров. Это вот сейчас вот нифига не реклама. Но если вы все-таки хотите резкого боя, берите вы проектированный прогресс. Не изобретайте вы велосипед. Получается, что вот так. Ну что, ребята, теперь давайте выстрелим стандартным устройством и сравним его резкость. Может быть, собственно говоря, если у вас есть стандартное устройство, и анаконда вам не нужна. Так, я сейчас покажу устройство, что вкручено. Вот вкручено. Одна риска, это чок. Значит, я только проговорюсь, что это не мои стандартные устройства. Это стандартное устройство, но купленное товарищем отдельно. Потому что у него была та же самая проблема, что у меня. И он обратился, значит, к магазину, к продавцам, и они ему заказали отдельно под заказ. Вот это стандартное устройство, сделанное под заказ. Для, вот как раз у него просто 27-я спортинг. Ничего не упало. Пятерка 32 грамма. Ну, пойдем смотреть результат. Что-то как-то прям странно. Я выстрелил. Реакция совсем другая, заметили? То есть прям совсем-совсем другая реакция. А, я правее попал. Ну, в центр тоже есть. Ну, с осыпью у них у всех стандартных проблемы. И смотрите, блок не пробит. Все, вся дробь осталась, видите? Вот он, абсолютно чистенький. Так что, если у вас стандартное устройство, ребята, смысл брать... Вот она вся дробь внутри справочника. Смысл брать любое другое сужение есть. Вот вам и ответы на вопросы. Ну, а мы еще дадим один шанс анаконде, мидрейндж, раз у нас тут такая пьянка пошла. И остались еще вон блоки для отстрелок. Мы сейчас вот этот блок поставим и выстрелим с нее магнумом. Может быть, магнум даст анаконде хоть какой-нибудь смысл существования в коллекции охотника. Значит, показываю опять, вкручен у меня ужик. То же самое ружье, патрон. Магнум 48 грамм. Сейчас покажу патрон. 48 грамм. Если ему не хватало именно магнума, чтобы раскрыться, то это вот самый подходящий момент у него оправдаться. Блин, как же мне плечо жалко, если честно, с 18 лупить магнумом. Такое себе удовольствие. О, даже не выбросил гильзу, кстати. Странно, ну ладно. Пошли смотреть. Упало вообще, кстати, все. Так, ну вот этот был первым. О, в решето. Ну вот скучностью у анаконды хорошо. И точностью попадания. С нее хорошо стрелять. Наш третий чист и прекрасен. Так, ну что ж. Давайте распотрошим, посмотрим,
Дает ли, кстати, магнум выше резкость или нет? Я был уверен, что дает, потому что как-то я отстреливал, но, правда, разного производителя патроны, и у меня на магнуме результат был гораздо лучше. Нет, 31-й. Кривые не считаем, потому что они могли мимо предыдущий справочник. Вот какие-то вмятинки невнятные по центру. 18-й. Помните, да, у прогресса на этих страничках-то дробь лежала. Нет, никакой резкости боя Magnum пятерка от глав патрона ни на одном сужении нам не добавила. Ну что, крайний отстрел, он же финальный. У нас остался один блок. И второй вот. Он не коцанный сзади, да? Видите, вот верхние не считаются, здесь цельные. Ну вот на них сейчас какое-нибудь еще устройство попробуем. Но в целом, вот результаты перевода бумаги и выяснения отношений. Так, вкрутил я устройство. Сейчас покажу, какое устройство. Вот. 4 риски. Это, кстати, одно из первых устройств, которое было для этого ружья. И патрон. Сейчас покажу в кадре. Пятерка 32 грамма. Там у нас один свежий справочник и другой обратной стороной. Ну, я не уверен, что он вообще пробьет первый, поэтому давайте попробуем. Ну да, эффект, конечно, от стандартного сужения значительный. Даже вот как мишень себя ведет. Просто значительно отличается. Мишени не падают, не съезжают, ничего с ними не происходит. Они как стояли, так и стоят. Их, видите, больше туда вминает. Вот и тоже вмяло. О, кстати, смотрите. А пробиво? А 0,25 это пробиво, родное. Ну, сейчас готовьтесь. Я даже не знаю, как. Я сейчас возьму, наверное, нож. Или... Да, сейчас, не прерывая видео, возьму нож. Потому что если оно сейчас лучше анаконды выстрелило, то это будет фурор. Так, у меня здесь был нож в моем арсенале. Это ножичек. Все непрерывно. Специально, ребята, не останавливая запись. Потому что иначе потом скажут, ты смонтировал, да ты обманул, да ты еще что-нибудь сделал не то. Так, как бы держащую зубами его теперь. Так. Помните, да? 100 страниц. 91. Восемьдесят. Ладно, стрелял я в этот справочник. Сейчас я знаю, что начнется, но... Ребяточки! Я свой выбор сделал. Смотрите, вот она. Вот она, дробинка.
Он не был разлохмачен. Видите, я при вас разрезал пленку. Это 91 страница. Всего, как вы видите, 100. На одну страницу, как минимум, лучше анаконды. Короче, я понимаю, что сейчас все напишут в комментарии. Но я сделал уникальное для себя открытие. Прям вот, мне теперь с этим надо еще и переспать, с этим открытием. Ну, в заключение нашего, значит, сегодняшнего отстрела хотелось бы подвести итоги. Стреляли мы из МР-18, моей любимой ходовой ружбайки. Ее результаты, как я изначально говорил, могут отличаться от результатов на МР-155-156, в силу особенностей наличия портов на стволе, более толстого самого ствола, ну и других нюансов. Но я, во-первых, специально это сделал, для того, чтобы мои результаты можно было сравнить с результатами других отстрельщиков. Зачем повторять то, что делают другие? Да? Хочется всегда привнести что-то новое. Такого теста, как сделал сегодня я думаю, мне на канале больше не попадались. То есть по отдельности, но чтобы сразу вам отстреляли все стандартные устройства, удлиненные портированные, удлиненные непортированные, прогресс. Такого я видео нигде не видел. Я думаю, что это первое видео, и учитывая сложности воспроизведения данного процесса, наверное, оно уникально. Значит, сегодня мне пришлось переть на себе коробку бумаги, целую коробку бумаги, понимаете, да, в лес, значит, по пересеченной местности ради того, чтобы провести данный отстрел. Ну, хватит мне себя нахваливать, давайте подведем итоги. Значит, по резкости однозначно у меня выиграло устройство Прогресс Имлет. Если вспомнить, что оно еще и по кучности мне больше всего зашло, то, наверное, это теперь мое любимое устройство по отношению ко всем остальным. Дальше. Что еще хотелось бы отметить? Значит, анаконда. Мы попробовали ее отстрелять обычным патроном, магнумским патроном. Два отстрела и ни одного удачного, который бы показал бы результат хотя бы близко сравнимый с прогрессом. Я молчу уже про то, что даже дудки показали себя лучше. Значит, дудки проиграли на моих отстрелах на одном и том же патроне прогрессу, причем обе, причем приблизительно с одинаковым результатом, но не сильно. Соответственно, если у вас есть в арсенале портированная дудка, то, наверное, большого смысла бежать покупать прогресс, но я не вижу, если у вас же уже коллекция дудок. Ну и говорить, что дудки лучше прогресса, я бы тоже не советовал, потому что это не так. Ну, во всяком случае, как я уже оговариваюсь, на моем патроне, на моем ружье. Ребята, обязательно уточняем эту информацию, потому что для того, чтобы утверждать однозначно, что какое-то одно устройство лучше или хуже какого-нибудь другого устройства, надо взять линейку ружей, линейку патронов и отстрелять это все. Но, извините, у нас есть ограничение по количеству оружия. Я не Мэтт Карикер с разрушительного ранчо, чтобы иметь у себя в арсенале свыше 5 экземпляров гладкого оружия. Вот, соответственно, вам такой тест вряд ли кто-нибудь когда-нибудь сможет действительно предъявить или показать. Относительно, значит, длинных дудок 300 мм. Ну, как вы видели, смысла нет никакого. Абсолютно. Ни на магнуме, ни на обычном патроне оно не показало какой-то результат. Оно показало даже худший результат, чем дудка или прогресс. Соответственно, не мучайтесь и не берите себе длинное вот это весло,
если вы не гусятник. Оно сделано именно для гусятников. И как я уже говорил, и еще раз повторюсь, его основная цель — это не резкость боя и не дальность боя. Его основная цель — это выстроить вам внутри вашего ствола, сделать внутри длинного ствола, выстроить дробины так, чтобы они шли с минимальным разбросом. То есть оно больше настроено на правильную кучность без отрывов, чем на резкость. И это очень важно понимать. Значит, сейчас есть еще такой нюанс. Есть разница между... Мы сегодня стреляли только контейнерными патронами. Для бесконтейнерных патронов история может быть и с анакондой другая, и с портированными и непортированными устройствами тоже другая. Но, ребят, я привык стрелять контейнерными. Мне больше нравятся контейнерные, потому что при любых равных контейнерный патрон, он дает более качественную кучность на большем расстоянии. Стреляю я на большие расстояния на охоте. Вот с этого ружья конкретно брался рябчик в районе 70 метров на дальности. Поэтому я только контейнерными боеприпасами пользуюсь. Вблизи я никогда ничего практически не брал, и, соответственно, затачивать свою оружейную, как любит говорить Стас, систему, да, нет смысла. Вот. В общем, я разочаровался в том, что взял анаконду. Сейчас я уже об этом жалею, потому что потратил я, как я уже в начале и в конце там говорю, да, своих видео, точнее пишу, что все устройства, что как у Александра, что как у Стаса анаконду, я приобретал исключительно за свои средства. Никто мне ничего не дарил, никто меня как-то там не финансировал в этих вопросах. И я потратил свои кровные деньги. Впрочем, как я потратил свои кровные деньги и на дудки, и на там вот эту 300-миллиметровую дудку, и все остальное. Вот. Так что я думаю, что если возвращаться к названию моего канала «Записки начинающего охотника», вот эта информация, она будет прекрасна и полезна для начинающих охотников. Тем более, что буквально через год вот это будет ваше основное ружье, с которого я и произвел все эти отстрелы. У вас будет вариант между ним и 27-м. И у вас будет вариант с фиксированным сужением или со сменным. Про фиксированное сужение и про сужение стандартное, я думаю, уже все поняли. Соответственно, если вы хотите какой-то более качественный результат боя, в любом случае сужение вам придется приобретать. За какое-то конкретное сужение я для вас рекомендовать или топить не буду. Это вам нужно будет подбирать с вашими патронами, которые продаются в вашем регионе, да, более популярные. И это вам придется проверять с вашим ружьем, которое вы приобретете. Но тем не менее, я рекомендую именно возможность сменных сужений, чтобы была у ружья, для того, чтобы потом не кусать локти, когда ваши коллеги будут стрелять на дистанции 60, 70 и более метров, а вы будете стоять рядом с ними и понимать, что ваше ружье на такую дальность не способно. Или когда вы будете стоять там на, грубо говоря, засаде с подсадными уточками, а ваше ружье будет чрезмерно кучным. Потому что под каждую охоту нужно еще и свои сужения. В общем-то, я в основном увлекаюсь ходовой охотой, а для ходовой охоты мне наиболее, поскольку из-под ног у меня ничего не вспархивает, я обычно вижу птицу издали на дереве, да, или подманиваю маночком издали ее на дереве. Соответственно, близко у меня, в том месте, где я охочусь, да, дичь уже вся пугана, здесь охотников довольно много, она не подходит. Соответственно, у меня большие дистанции, и я подбираю сужение исключительно под себя. Вот именно для себя я выбрал 0.75 прогресс. И по кучности на тех патронах, которые я обычно стреляю, и по резкости боя однозначно. Александр мне не платил за рекламу, если что, прогресса. Поэтому я не буду рекламировать прогресс и говорить, что это лучшее там из лучших. Я думаю, каждый в состоянии сделать вывод сами. Отстрелять каждый может тоже сам. Вот. Я еще раз говорю, что на другом патроне, на другом ружье, на каких-то других дистанциях ситуация может быть какая-нибудь иная.
Вот, вполне это допускаю. Но однозначно по серии отстрелов Александра и по серии отстрелов, которую делал я, анаконда не настолько прекрасна, как ее разрекламировали и как ее преподнесли. Теперь я хотел сказать еще один такой аспект. Дудки до меня ехали 2 месяца. Заказал я у Александра сужение, получил их тоже где-то в районе месяца. Если вы только сейчас собираетесь приобретать дульное сужение на осеннюю охоту, то, ребята, вы уже опоздали. И с дудками, скорее всего, и с прогрессами. Вот, и тогда вас ждет незабываемый поиск дульного сужения на канале Чок-Чок, потому что там вам пришлют его быстрее. Вот это единственный плюс, наверное, дорогого сужения, оно лежит в наличии. И с ним нету проблем. С нашими же сужениями и дудками надо думать за 2-3 месяца до начала сезона, чтобы его приобрести. Потому что, как я уже оговорился, дудка до меня добиралась более 2 месяцев. Вот так вот. Последний, портированный. Теперь по поводу розыгрыша. Я надеюсь, что все-таки, как вы понимаете, розыгрыш был честным. И, соответственно, я надеюсь, что товарищ, который выиграл сужение, все-таки в это время, пока я буду монтировать это видео, пока я буду организовывать у себя дома, значит, видео по розыгрышу, отзовется, потому что все-таки хотелось бы, чтобы было все предельно правильно и честно. Я, в принципе, готов прочитать ваши комментарии на тему, как вы считаете поступать вот на будущее. Потому что мы будем разыгрывать не только не один, но устройство. Мы будем продолжать розыгрыши. Как вы понимаете, устройств у меня гора, и далеко не все они уже мне нужны. Соответственно, будем продолжать розыгрыши, и, соответственно, хотелось бы понять, как ваше мнение, как по вашему мнению должно проходить, как поступать в случаях, когда выигравший, скажем так, не пришел за своим призом, не забрал свой приз, так или иначе. Вот, я буду рад вашему мнению услышать. Как вы видите, я корректирую свои, скажем так, эксперименты и свои отстрелы в связи с тем, что вы мне пишите в комментариях. Я надеюсь, что сейчас уже я не увижу там горы критики, что я что-то сделал не так, потому что то, что я сейчас сделал, это было достаточно проблематично, затратно и тяжело, и повторять бы этого вообще вот точно не хотелось. Есть еще одна коробка, значит, аналогичная бумаге. Я думаю, что можно будет подумать, опять же, напишите в комментариях, какие еще можно было бы отстрелы на резкость нам с вами произвести. Я думаю, что жара, вот сегодня еще жарко, но уже не так, как до этого. Жара будет плавно к осени, соответственно, к осеннему сезону спадать, и мы с вами сможем сделать все-таки выезд, я смогу сделать выезд и отстрел на большую дистанцию, там 30 метров на резкость. То есть я вот сейчас стрелял на 15, в силу того, что мне в лесу, где достаточно прохладно, не найти было подходящее место. Я вот думаю, что я все-таки выйду в поле, грубо говоря, и отстреляюсь в поле на дистанции 30 метров, потому что резкость там будет меняться. Ну, понятно, что возможно не в таком объеме, потому что мне еще и реку переплывать до поля, где я обычно стреляю. Ну, в общем-то, надо будет подумать. И, соответственно, я планирую еще сделать отстрелы пятеркой 32 грамма по мишеням Зернова. Как вы видели, ассортимент сужений у меня огромный. И я, наверное, сделаю какие-то тесты еще по мишени Зернова. Попробуем учесть пожелания, значит, товарища по оценочным там, сгущением и так далее. Единственное, что если товарищ вот прям вот топит за этот вопрос, я ему предлагаю скинуть мне все-таки те таблицы ГОСТовые по сужениям, относительно которых он хочет оценивать данные сужения по их качеству боя и прочим. Всем спасибо,
подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Буду рад услышать ваше мнение. Думаю, это видео бомбическое, можно его рассылать. Думаю, вопросы оно очень многие снимает и ставит точки во многих спорах.